Ну вот, друзья, считай, повезло. Первый день рыбалки, буквально в первый час вышел, попался вот такой монстр. Судачище, я бы сказал, трофейный. Килограмма 3, ну, может быть и 4. В нем есть. И вот как его теперь сохранить, не знаю. Пытаюсь его реанимировать. За хвостик держу, чтобы он вертикально дышать начал сам. На дно опустился. Но пока вот не хочет опускаться, переворачивается животиком вверх. И вот что с ним делать? Жарить и кушать тоже не хочется. Первый день сразу жарить. И, скорее всего, не сохранится. Вода все-таки 22 градуса. Он в таком виде вот долго не протянет на берегу, то есть на поверхности воды. Ой, придется жарить, наверное. Сейчас мы его взвесим тогда и будем что-то с ним думать, решать. Вот такой красавчик. Ай, хороша рыбка. Борьба была такая знатная. Дайте на фоне хоть снимусь. Вот такая рыбина. Классная. И вез ее аккуратненько сюда, не спеша, чтобы это не быстро. Думал сохранить ее подольше. И вот, но никак не хочет приходить в себя. Я его уже минут 10 тут держу за хвостик. Вот такой хвостяра, еле в руку влезает. Ну давай, приходи в себя, родной. Где-то смотрел в ютубах, там прокалывают им воздушный пузырь, где-то тут есть место. Но вот я не знаю, ни разу не пробовал. И тогда они опускаются. Вот у него сейчас как с то есть его снизу вытащили, и воздушный пузырь там вот образовался у него внутри. И ему не опуститься на дно никак. Вот он, бедняжка, так и лежит наверху. Вот такой сегодняшний уловчик. Неожиданный, приятный, конечно, бонус. Но жалко, что не сохранить рыбку. И не отпустить теперь уже рыбку. То есть она уже теперь не выживет. Потому что вот он кверху пузиком плавает. Вот такой трофейчик у нас сегодня.